Буэнос диас, перцы. Я один раз ивну заряд ваш экран, а это значит, что мы продолжаем мочить зомби в Borderlands. Поэтому усаживайтесь поудобнее, берите ништячки. Сегодня у нас на очереди Мертвая гавань. Погнали. И упаси Господь нарваться на Танкенштейна сразу по выходу. Так, апгрейды тут тоже. Так. Так, надо сразу купить апгрейд для ПП. Посмотреть, что там по счетам. Ебать! В принципе, если мы успеем за 8 минут наковырять 8000, шелда наша. Патронье. Еще патронье. Пока что мне везет. Блять, ну уровень, конечно, ёбнутый наглухо. Так. Степлер, блять. Так, лифтос. Ну вот мы и снаружи. Так, аванпост. Лесенка. Чё-то пидорасов не видно. А, вот эти пидоры жирные, кстати. Так, сзади там мне... Точно, есть пидор. Я же начинаю гасить уродов вслепую, блядь. Кстати, учитывая поток лута, мы вполне, может, и успеем. Насчет щита что-нибудь придумать. Блять, ебучие мозги. Так. Блять, ну... Есть. Блять, я так и думал, что нарвусь на Танкенштейна. Вот почему-то срака чую. Спать нахуй. Опаньки. Блять, еще один. Ебаться в телевизор. Блять, это пизда ушатая, меня сейчас выебет. Блять, меня еще кто-то блевал по пути. Ну, сука. Ебать, потяра, я уже не понял, где я нахуй. Потому что сейчас сзади никто не пополз. Так, все, пизда.
блядь, сзади ебут, спереди ебут, да что такое-то, блядь? Что за праздник ебли? Ебануться туфли гнутся, конечно. Так, отсеются. Ебись, перевернись. Ага, он и Танкенштейн. В принципе, можно его подрочить. Вот так. Можно вот так. Что-то крутое он мне выкинул, по-моему. Сейчас попробуем, конечно, добежать. Блять, туда ли я спрыгнул, конечно. Конечно, нет. Хотя не. Вроде правильно прыгал. Сейчас будет очень обидно, если мы прибежим, а там хуйцы. 2.24. Заебись. Так, титановый револьвер. Степлер. Ужасный дробовик. Блять. 8600. А надо 13. Не, в пизду. Мы просто отсосали. Ебическое мясо, конечно. Просто ебическое мясо. Ой. Сейчас попробую добраться вот туда. Только надо примерно понять, как по этому лабиринту пиздовать. Ладно, хуй с ним, пиздуем в лабораторию, там разберемся на месте. Так, а что тут по шилде? Так, 241. Хуйня. А здесь можно много чего на самом деле попиздить. Don't make popcorn when people are trying to work. Boom.
уши зомби. Так, теперь надо отправить эхошки. Вот только как добраться до антенны? О, зомбака я выломал. Ты охуел на меня блевать, псина. Животные, блять. Глянь, даже не успел нарыгать. Я бессмертен! Так, сзади чисто. Ну, охуеть теперь. Так, что я сделал-то, блять, нахуй я кнопку зажал? Вы нашли взрывное оружие. Выпущенные из этого оружия снаряды взрываются при ударе о цель, нанося сильный урон. На нахуй. Сука, блевоснайпер. Да, блядь. Подгорает нахуй. Да мать же ж твою за ногу-то, а? Получается, да, мне надо обогнуть вот так вот все это добро и вот где-то здесь оказаться. Угу. Блеватроны ебаные. Хуяси. А вот про это я и говорил. То, что у них глаза зажигаются. Так, кража жизни. Так, этот не долетел куда хотел. Теперь язвенники стали дохнуть еще бодрее. Так, что дальше? Так, прорываемся наверх. О, стволы.
Так, там зомбикадзе есть. Дай-ка ему гранату, он хуйню. Готовченко. Че, вояки тоже блюют, блять. Слушай, животное, ты меня заебал. Вроде всех распинал. Так, и не касаясь земли, тут еще уроды. Больно было. Да кто? Космодесантники, блядь. Готов. Заставим трёпку в кровавое крыло. Так, видимо, замы выкупили, откуда я их обстреливаю. Язвенник не может блевануть слишком высоко, по-моему. Стволики. И хуй у меня тут достанете гамадрилы. Так ощущение, что я не с той стороны впрыгнул. Я-то, блядь, на тарелку ориентируюсь.
magician to send your message. The Jacobs Corporation sends a warm and friendly thank you for informing us of Dr. Ned's malfeasance. Money has been wired to your account as a show of gratification. Your nonverbal acceptance of this tender enters you into a... Чё, я теперь по тапкам? Contractual obligation as an employee of the Jacobs Corp. Вряд ли нас ещё туда занесёт. Jacob's Cove and await further instructions under duress of termination. Like, we'll kill you. Так, немножко мимо. Get moving. Что-то не внушает мне доверия, это хуяльно. Если нужны лекарства... Защита от огня. Не. Пульт может повышать точность огня. Шоковая граната. Тоже хуйня. Дайте хоть инвентарь облегчим. Заебись. Ну все, можно уябывать. Чем же встретим лучше? Сука, зарыгали. Ну, сейчас я хуёв кому-то натолкаю. Ты чё хуёл, животное? Почувствуй это. Выжить. Охуенное задание, однако. Блять, это пидорасня, натурально из-под земли лезет. Бля, меня ща выебут. Nice day.
Место... Ах ты ж мать твою. Да вы заебались своими турелями, однако. Откуда, блядь? Так, мы в говне. Ух-ух-ух. Конь блеучий. Там, наверное, наверху полнейший пиздец. Мне еще и щит спилили. Да откуда ж ты блюешь-то, пидорас? Вот, теперь не блюешь. А, вход сверху. Блять. Довольно потная эвакуация получилась. Можно потянуться. Ничего себе поездочка. Ладно, на этом, наверное, закончим. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Адьос, ребятки. Sandra's out.